Доброе утро, любимый предпраздничный Ульяновск. Привет тебе, вся Ульяновская область. На часах 6 утра, это значит, что на телеканалах «Репортер 73» и ОТР наступает наше время. Время нашей утренней программы. Конечно, и для начала предлагаю пробежаться по страницам истории, тем более, что в этом плане день выдался весьма насыщенным. Например, в 1891 году в Спрингфилдском колледже 18 студентов провели первую в истории игру в баскетбол. Год 1984. Советский Союз осуществил успешный запуск межпланетной станции Вега-2 для исследования планет Солнечной системы. А в 2012-м впервые в истории YouTube и интернета количество просмотров одного видеоклипа превысило 1 миллиард. Этим видео стал клип, угадайте, кого? Ты знаешь, кого? Нет. Нет, я скажу. Ладно, не будем гадать. Южнокорейского исполнителя Псай Гангнам Стайл. Ох, я помню. Да-да-да, как мы танцевали. Ну а этим утром для вас работа мы. Екатерина Терещенкова. И Андрей Сафронов. Просыпаемся, начинаем. Утро с репортером. Это полезные и познавательные рубрики. Энергичные и зажигательные ведущие. Интересные и яркие гости в студии. Только позитивные темы. Спорт, здоровье, стиль, культура и саморазвитие. Ваше утро будет легким и бодрым. Смотрите нас на каналах «Репортер 73» и ОТР. Ну что, предлагаю это утро начать с пиццы, Андрей. Как тебе такое предложение? Ох, Катя, что ж ты делаешь? Как работать-то теперь? Ну, словно аромат пошел. Да, ну, да. Но пиццу мы не будем есть. Мы предлагаем нашим телезрителям поучаствовать в розыгрыше. Да, друзья, будьте бдительны. На нижней части ваших экранов должен прямо сейчас, наверняка, когда появится... А может быть, чуть позже. Не прямо сейчас. В общем, смотрите внимательней. Четырехзначный код, который, собственно, нужно записать или запомнить. И собрать таких пять. Каждый день мы показываем эти коды. Итак, собираете и получаете... Пицца ваша. Абсолютно точно. Ну, что, утро с пиццы начать, конечно, можно, конечно. Но лучшее начало – это все-таки разминка, хорошая зарядка, и нам помогают правильно начать это утро со здорового образа жизни наши эксперты из рубрики «ЗОЖ». Им слово. Всем привет! Надеюсь, ваши выходные прошли замечательно. Ну а сегодня понедельник, и мы идем в новую неделю с новой зарядкой. Сегодня мы с вами сделаем классное упражнение на баланс. Оно довольно веселое, вызывает много эмоций. Рекомендую его делать таким образом. Вы закрываете глаза сразу же, как только услышали мою команду. Мы поднимаемся с вами на носочки, вытягиваем макушку наверх, затылок чуть отправляем назад, мизинчики тянем наверх. И буквально начинаем тянуться так высоко, как можем. Глаза закрыты, и будем дышать носом, живот надувать, выдох ртом, живот сдувать. Таким образом мы будем находиться в этом положении 10 дыхательных циклов. Наблюдайте за тем, насколько вы будете ровно стоять или начнете танцевать на своем коврике или месте для занятий. Давайте начинать. Поднимаем руки наверх, встаем на носочки и закрываем глаза. Вдох носом, живот надулся. Выдох ртом, живот сдуваем. Третий раз вдох носом. Выдох ртом. Вдох носом. Баланс найти после выходных непросто, но мы с вами сможем. Выдох. Еще вдох. Тянитесь как можно выше. Старайтесь ни за что не держаться. Почувствуйте свои икроножные мышцы, ведь именно там находится любовь к жизни. Вдох, надули живот. Выдох, живот сдуваем. Еще два раза. Вдох носом. Выдох ртом. Вдох носом. И выдох ртом. Опускаемся вниз. Как только пятки коснулись пола, открывайте глаза. Я вам желаю здоровья и хорошей рабочей недели. Б
Более 500 жителей села Краснополка Корсунского района начнут получать медицинскую помощь в новом ФАПе. По программе модернизации первичного звена здравоохранения в Ульяновской области нацпроекта здравоохранения в декабре завершено строительство фельдшерско-акушерского пункта. На возведение здания выделено более 7,5 миллионов рублей. Работы начались весной 2021 года. После лицензирования, закупки медоборудования и мебели учреждение откроется для приема пациентов. Прежде почти 500 жителей села Краснополка получали профильную помощь в старом медпункте, который находился в неприспособленном помещении. С начала работы нового здания будут значительно улучшены условия оказания медицинской помощи пациентам. Стоит отметить, что всего до конца 2021 года в регионе планируется завершить строительство 15 ФАПов. Рубрика о главном. Далее. Пицца, елки, мягкие игрушки. Что между ними общего? Все это подарки от нашего телеканала самым внимательным и активным телезрителям. Каждый день мы вручаем вам призы. Заходи. Вот так она будет. Здесь немножечко прохладно чувствуется. Да, заходите. Вот как она выглядит. Какую студию, вопрос родителям, какую студию первой вы узнаете? Здесь, да, смотрю. Второклассник Павел на происходящее смотрит с восторгом и, кажется, еще не верит тому, что мечта сбывается. Оказаться в студии телеканала «Репортер 73», узнать, как же это работает изнутри. Такое желание мальчик загадал в канун Нового года. Как люди попадают туда, из мультика, да, у нас есть же «Малыш и Карлсон», да? Кто там, как в телевизор туда люди помещаются? То есть вот это тоже вопрос задавался. Как видите, каждый уголок у нас используется по полной программе. То есть вот эта вот выгородка для утра, которую вы узнали. Вот здесь вот сейчас у нас такой новогодний уголок тоже для музыкальных номеров. Это шторы. Обычно их можно раздвинуть, и там появляется вот такая декорация уже для другой программы. Многофункциональность. Для разговора. Да, все используется. А вот это вот наша большая панель световая. Здесь вот заставочка такая тоже для новогодних подводок. Как организована наша телестудия «Трансформер»? Что такое эфирка, звуковая и монтажка? Сколько человек помещается в ньюсруме? Мы раскрыли все, почти все, секреты работы телекухни. Павел попробовал себя в роли ведущего и даже справился с телесуфлером. Позвоните по номеру утренней редакции. 30-50-73. 30-50-73. Тяжело? Коллектив телеканала «Репортер 73» не волшебники, но тоже умеет исполнять мечты. И, конечно, мы продолжаем дарить подарки. Павел вместе с родителями участвовали в творческом конкурсе от нашего телеканала. Сфотографировали свою новогоднюю поделку, фото разместили под хэштегом «Игра 73» и написали новогоднюю историю, что с ними однажды случилось. И стали очередными победителями розыгрыша. Подарок за ваше участие. Благодарим вас. Вот такой вот пес будет теперь жить с вами. Спасибо, что участвуете, что вы такие творческие, активные, позитивные. Как тебе? Понравилось? Да. Хотите тоже получить от нас подарок? Ищите условия конкурса в наших социальных сетях. Участвуйте в розыгрышах, и, может быть, именно вам повезет. А уже 22 декабря в эфире «Утро с репортером» мы объявим имя победителя главного новогоднего розыгрыша – викторины от нашего телеканала. «Репортер 73» вместе в Новый год! Обновления установлены. Ульяновские учителя прокачивают знания в IT-сфере. В регионе впервые прошел областной слет под названием «Педагогический дизайн цифрового обучающего контента». Его участниками стали руководители методических объединений, учителей информатики и информационно-коммуникационных технологий. Они обменялись опытом и прослушали лекции от спикеров, которыми выступили авторы учебников по информатике, представители платформы «Сферум», педагоги IT-куба и «Дома наука».
научные коллаборации. Осенне-зимняя школа для учителей информатики завершилась в конце ноября. Учителя получили базовые навыки программирования, что поможет им качественнее готовить школьников к ЕГЭ и олимпиадам по информатике. А рубрика «Это интересно» продолжит утренний эфир. Кукла Настя сегодня Дед Мороз, а Алёшка – Медвежонок. Костюмы для любимых и знакомых многим советских игрушек подобрала их хозяйка Анна Зикова специально для фестиваля «Гирлянда». Коллекционер собирает кукол уже более 15 лет, участвует с ними в разных выставках. Игрушка из ГДР в этот раз – лисичка. Как помните, в советские времена костюм должен делаться минимальными, скажем так, средствами. То есть есть комбинезон, есть красивая кофточка, делается шапочка, прибивается хвостик. Все, ребенок в костюме, ребенок готов. У Анны в коллекции более 500 кукол. У каждой своя судьба и история. Одних коллекционер нашла на помойке, других купила или забрала у прежних хозяев, которым игрушка была не нужна. Самой запоминающейся стала кукла, найденная в поле. Я не любитель коллекционировать кукол из коробки. То есть есть коллекционеры, которым обязательно важно, чтобы кукла была в родной коробке, в родной одежде, с родной прической. Мне это скучно. Чем страшнее убитие куклы, тем лучше. Потому что таким образом я могу сделать из нее, ну, когда-то то, что захочу, когда-то то, чего требует время. Среди кукол, игрушечных зайчиков, котиков и тигров словно переносишься в сказочный мир детства. На фестивале подарков и традиций «Гирлянда» – изделия ручной работы, которые восхитят как ребенка, так и взрослого. Флористикой я занимаюсь 15 лет. Это первое мое хобби было сначала, но потом оно практически переросло в мой заработок. Сейчас у меня очень много клиентов и за рубежом, и клиенты по России. Но второе мое хобби, это основное сейчас оно стало, это куклы, статичные куклы из пластики. Авторская работа всегда уникальна. Мастера вкладывают в творчество частичку души, поэтому их изделия приятно дарить и получать в ответ. Здесь у нас собрались мастера из 5 регионов Поволжья. Это Татарстан, Мариэл, Чувашия, Ульяновск, Самарская область. Здесь всего у нас порядка 70 мастеров. Все они представили работы в разных техниках. И что их объединяет, то, что это можно подарить. А можно сделать подарок своими руками на мастер-классах по изготовлению хендмейд игрушек и елочных украшений. Порадуйте себя и доброе дело совершите. Поможете бездомным кошкам. Завтра и послезавтра у нас также планируются мастер-классы из бумаги. Например, вот такой заяц. Подарок. Далее мы будем делать ангела. Где же будет? И все это в рамках проекта, чтобы привлечь внимание. Помимо выставки подарков, на фестивале прошла большая образовательная и творческая программа, которая помогла поднять настроение и узнать чуточку больше о главном празднике года. У нас выступают творческие коллективы, у нас проходят творческие встречи как с мастерами, так и с представителями, с музейными работниками, с историками, людьми, которые могут рассказать о традициях празднования Нового года, Рождества, в разные эпохи жизни. Организатором мероприятия выступил авторский проект «Всю жизнь играем». Фестиваль, хоть и проходил впервые, собрал много гостей. Впредь он может стать доброй новогодней традицией для всех любителей игрушек и подарков ручной работы. Картину дня дополнят региональные новости. В эфире информационная программа «Реальность». Заволжье, Засвияжье, где активно строятся целые микрорайоны и где не все застройщики смогли выполнить взятые на себя обязательства, а также центральная часть города, где есть ряд проблемных домов с долевым участием. Размах внушительный. Оптимизм внушает скорость, с какой ведутся работы, и средства, которые выделены Фондом защиты прав граждан на 3 года, почти 3 миллиарда рублей. Началась работа по демонтажу конструкции, потому что объект стоял длительное время без консервации, и конструкции пришли в негодность. Сегодня мы разбираем этот объект.
объект до свайного основания и заново будем строить этот 12-этажный жилой дом. Это дом на Красноармейской, детище Тагайской птицефабрики. Дом с непростой судьбой. Второй застройщик, взявшийся довести его до ума, не справился и обанкротился. Теперь под контролем фонда здание фактически выстроит с нуля. Большинство долгостроев в более приличном состоянии. По плану до 2023 года регион разрешит кризисное положение 2056 собственников. Нет денег, нет квартир. Одобренные фондом застройщики готовы. При этом глава Ульяновской области настаивает на форсировании планов и более ответственном подходе к поставленным президентом задачам. Вы как распланировали? Когда сдача? Конец 23-го. Ой, ребята, это очень долго. Ну, будем стараться пораньше, но у нас с финансированием проблем нет. Нет, учетом, мы уже это два года. Это надо за год строить. 12 тысяч квадратных метров. Давайте мы это самое, графики пересмотрим. Где-то май 23-го мы должны принимать дом. Среди тех, кто уже заселился в долгожданные новостройки, жители четырех домов микрорайона Юго-Западный. По проекту в завершенных кварталах в итоге будет жить до 100 тысяч человек. Двое детишек у нас, материнский капитал мы туда вкладывали, поэтому ждем не дождемся. Сколькокомнатная? Трехкомнатная. За этот год на данной площадке достроено и будет передано жильцам 6 домов. Здесь такая же история, как и за Волгой. Часть квартир с ремонтом, часть без ремонта. Для того, чтобы завершить полностью и передать уже жильцам квартиры, которые в соответствии с их договорами с ремонтом, необходимо еще 2 месяца. Здесь уже планируют строительство нового лицейского блока для младшеклассников. Руководство региона и города думает над проведением трамвайных путей. Но сперва заселить людей. Вам что хочу пожелать, чтобы... Квартиры были теплые, чтобы в этих квартирах жили вы счастливо, рожали детей побольше. Две дочки ездят на завод. Одна на завод, одна на запчасти. Они уезжают в 6 часов утра, чтобы сесть на первый автобус. И приезжают в 10 часов вечера или на попутках. Или на такси. Реалии Боротаевки с легкостью ложатся на любой другой отдаленный от центра район. Маршрутки забиваются под завязку, но не только влезть в салон. Просто дождаться целое приключение. Причем время ожидания никак не зависит от времени года и погоды за бортом. Я дня 3 был. Да, дня 3 назад ездил в город. Я час 20 ждал. Час 20 ждал. Вызвал такси, на такси уехал. 180 рублей заплатил. Уехал. А его так и не было. Автобуса. Вообще ужасно. Не 12. Вот по часу стоим, ждем. Но строго по расписанию один автобус. 6 всего едет. Утром первый автобус 6 часов. Битком набитый. Какой здесь ковид? Транспорт не 12-го, не 91-го. Как 91-го отменили, все. Ходим на трассу, там наши тоже не берут. А вот поселок Индовое тоже в составе областного центра и тоже в транспортной недоступности. Единственное средство связи с большим миром – 391-й автобус регулярно нарушает расписание. Последний рейс уходит с Нового города в 17:10, когда детские сады и многие до 6 работают. До 7. То есть надо еще и ребенка забрать. Да, элементарно больницы работают до 6, а автобус уходит в 5. Записаться к любому врачу мы сразу смотрим на автобус. Больше половины городского населения регулярно попадает в ловушку. Маршрутки – транспорт частный. Вопрос отчасти мог бы решить регулируемый тариф, но пока что бюджет Ульяновска необходимым количеством средств не располагает. Однако нарушения графиков фиксируются и на маршрутах муниципальных. Наводить порядок в сфере перевозок решили радикальными методами. За первое нарушение должностные и юридические лица заплатят 10 тысяч рублей. За рецидив – 20 и 30 тысяч соответственно. Контроль выполнения условий перевозчиками региона подключилась навигационно-информационная система. Помимо, собственно, автобусов, людям необходимы безопасные дороги, чему способствует исполнение профильного национального проекта. В бюджете 2022 транспортная отрасль не самая напитанная, но возможности к решению острых вопросов есть. Безусловно, членов комитета интересовали такие программы, как транспортное обеспечение, как дорожный фонд, к примеру, который в 2022 году составит 7 миллиардов. Обязательным приоритетом для депутатов является финансирование школьных маршрутов и их содержание.
Очень многое завязано на качестве дорожной инфраструктуры. В 2022 году продолжат ремонтировать трассы, мосты и путепроводы, устанавливать качественное освещение. Будут продолжены работы по содержанию и развитию системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. На данные цели предусмотрено 686 миллионов рублей. От зоркого электронного глаза не укроется, если дорога пустует, а остановка переполнена. Каждый перевозчик обязан соблюдать регламент. Если необходимого количества рейсов за квартал не набирается, последует санкция. Если нарушение фиксируется многократно, транспортную компанию могут лишить лицензии. Коммунальные службы у нас справляются в этом году с снегопадами? Ну, это первый день, справится. Местами хорошо, местами не очень. А где не очень? Вот где вы видели ваш мост? Чтобы понятно было. Не знаю, например, у нас дом по Ватутину, вот у нас что-то пока не видно, что-то и не видно, не очень. Да. Взгляд не видно уже тут. Я только приехала, я не городская. Ну вот пока шли, и вы заметили, хорошо у нас чистят дороги, улица. Да нормально. Местами довольно-таки скользко бывает, я отдаюсь. А в целом, ну ничего, более-менее. С утра в 7 шел, щепакает, но сейчас более-менее наверное, чистит. А как вот вы видите, чистит? Это только в центре или везде вообще? Я здесь живу, там я на окраинах и на этих местах, в этих местах удаленных не бываю. Убирают сколько как можно. А как убираешь сразу все? Они уже с вечера начали убирать. Я живу в Карлинское, пригород. Ну, чистят нормально, хорошо, приезжают, чистят. Да ну как, не совсем. А где вот вы, может, видели какие-то участки такие самые трудные? Да, ну, я нигде не была еще, поэтому я вам ничего не могу сказать. А центр города, вот на ваш взгляд? Вот вы говорите, плохо, почему плохо-то? Ну нет, ну не совсем, потому что снег только выпал, еще очищать, наверное, будут. Хорошо успели, во всех у меня на Гончаровой хорошо. А вы откуда идете именно Гончарова? А сначала Гончарова там живу. Когда вот дождь там был, а так-то вроде и не было ничего. Знаете, вот я был в Австрии, в Вене, там посыпают мелкой крошкой, вот. Гранитный, или как вот, не гранитный, конечно, но какая-то специальная крошка. Ничего не тает и не скользит. А это, конечно, вся обувь летит. Собаку выведешь, лапы готовы. Только промывать с раствором. Ну вот не надо, будет скользко. Понимаете, ты не пройдешь по этим плиткам-то. Ну, конечно, лучше бы присыпать. Но еще не успели, еще успею. Пусть они сами соображают, коммунальщики, как лучше. Ульяновский музей градостроительства и архитектуры раскрывает историю застройки города и показывает своеобразие его архитектурного облика. Здесь представлены подлинные градостроительные планы, чертежи, фотографии сохранившихся и утраченных зданий, а также почтовые открытки начала 20 века и живописные работы с видами Ульяновска. А с недавнего времени в музее появился легендарный чертежный кульман. На таком чертежном приборе Ляля Махмутовна выполняла проект Спасо-Вознесенского храма на улице. Кстати, именно этот чертежный инструмент стал центральной точкой музея. В честь 20-летнего юбилея весь год в музее работал выставочный проект «Размышления у Кульмана». Мы приняли решение, что в юбилейном году, в 2020-2021 году, мы будем представлять на это Кульмана проекты, реализованные и нереализованные наших современных архитекторов. Таким образом, на выставке можно познакомиться с проектами архитектора Владимирова и его архитектурной мастерской, а также Варюхиных, Ивакиной, Фролова, Мишина, Капитонова, Молчанова, Некрасова, Сухорукова, Селянкина. Посетить выставку «Архитектурное эссе. 20 лет 21 века» в Музее градостроительства и архитектура Симбирска-Ульяновска можно до конца января 2022 года. В год 75-летия Победы просим вас поддержать наше предложение о присвоении этого почетного звания еще 9 городам. Это Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Ульяновск, Томск,
Иркутск, Иваново, Новокузнецк и город Боровичино в Городской области. Это города, где люди наиболее активно голосовали, где эта идея пользуется широкой народной поддержкой. В итоге к списку добавились 12 городов. Владимир Путин идею поддержал и обещал в ближайшее время подписать все необходимые документы. Главное – мнение людей. А оно гласит, Ульяновск просто обязан быть в списках присвоения почетного звания. Точку силы выбирали из 5 вариантов. Все места знаковые и достойны стеллы. Как бы ни хотелось, но везде водрузить по памятнику невозможно. Завод УАЗ являлся одним из претендентов. Это замечательно, что присвоили такое звание нашему городу, и мы вложили часть, конечно, своих усилий в то, чтобы получить это именно звание. История ударного завода началась в 41-м. Немцы рвались к Москве, пришлось спасать ряд крупнейших предприятий. Тогда на территории Ульяновской области перебазировали сразу 15 промышленных учреждений. Одно из них – УАЗ. Работа закипела с первого дня. Ради победы вчерашние школьники работали по 12 часов в сутки. Всего за 2 с лишним месяца удалось наладить производство. 30 апреля 42 года собрали первый легендарный ЗИС-5. Это, как уважительно его называли, Захар Иванович. ЗИС-5В. Советские солдаты любили автомобиль в первую очередь за надежность и в случае чего ремонтопригодность. И он, и вся другая техника с этого завода, плюс ударный труд людей, принесли Ульяновску почетное звание города трудовой доблести. За годы войны Ульяновский автозавод выпустил больше 7 тысяч ЗИС-5, а за всю историю предприятия с конвейеров сошло более 5 миллионов автомобилей. В музее, кстати, есть все экспонаты, от самого первого до последнего. Анатолий Лазарев, сторожило УАЗа. К рядам заводчан примкнул в аккурат после армии в 1960 году. Тут он и поныне уже в качестве ветерана. 60 с лишним лет завод менялся на его глазах. Конечно же, в лучшую сторону. Для ветерана производства присвоение городу почетного звания – личная победа. Это признание заслуг того, что горожане, не только наш автомобильный завод, но и те предприятия, которые работали в годы войны, это признание заслуг и вклад в это самое, в изготовление продукции, в приближение победы. Хоть стелу трудовой доблести и не тут, не страшно. Мы помним подвиг предприятия, не забываем людей, что в войну без сна и отдыха трудились на благо страны. В очередной и не последний раз спасибо у вас. Павел Петряков, Юрий Давыдов, репортер 70. Как вам готовы кухня? Все очень хорошо. Вот работаем. Для этого все условия – новые плиты, столы в чистом пищеблоке, который отремонтировали в 2021 году, как и многие другие помещения детского отделения областного тубдиспансера. Палаты, холл, санузлы, приемное отделение и прачечная стали яркими, комфортными и теплыми. Практически во всем здании поменяли деревянные окна на пластиковые, закупили новую мебель. Заведующая отделением Татьяна Зубова, вернувшись из декретного отпуска, была приятно удивлена обновленному рабочему месту. Детское отделение стало светлое, уютное, чистое. Комфортность пребывания детей возросла в несколько раз в отделении. А это немаловажный момент при длительном лечении туберкулезного процесса. По информации экспертов, в 2021 году прослеживается тенденция снижения заболеваемости туберкулезом. Есть вероятность, что материально-техническая база также влияет на позитивный показатель. Во всех профильных подразделениях проводились ремонты, закупалось оборудование. На улице Металлистов, например, провели капитальные работы, заменили проводку и другие коммуникации. Сейчас здесь лечится около 150 человек, и в скором времени больница сможет принять больше пациентов, нуждающихся в квалифицированной помощи. Протекала когда-то давно крыша, вот, все замкнуло, всю проводку здесь перемкнуло, и только по бокам вот были светильники на стенах. А все, нам даже не верится, что это у нас так. Вот, светло, красиво в этом плане. Большая часть работ спонсировалась из областного бюджета, а что-то больницы латали своими силами. Благодаря нацпроекту здравоохранения удалось приобрести 8 передвижных флюорографов. Обследования на них за год прошли 70 тысяч человек. 19-й год, когда у нас работало 4 мобильные передвижки, мы делали около 40 тысяч. То есть на 30 тысяч больше мы увеличили охват.
На ремонт всех подразделений было потрачено 17 миллионов рублей. Приводит в порядок как помещение, так и прилегающую территорию к больницам. Здесь, например, высадили 385 елей. Как известно, сосновый воздух благоприятно действует на легочную систему. 17 миллионов – вложение небольшое, и до европейских учреждений нашим, конечно, еще далеко. Денег необходимо больше для оздоровления больниц и комфорта пациентов. Но главное – сделать первый шаг. Маргарита Матюшинская, Бахтияр Салтанов, репортер 73. Оркестр молодец большой, замечательные, хорошие, прекрасные люди, которые, вот сегодня прохладно, но они наполнили своей игрой, своим теплом в этот зал. Поэтому молодцы. Я очень счастлив встретиться с ними вновь, даже несмотря на... За 8 лет с последнего совместного выступления с Ульяновским государственным академическим симфоническим оркестром «Губернаторский» Денис успел поиграть на крайней точке планеты. «Льдина», «Белые медведи», «Минус много». Рояля нет, оркестра симфонического тоже нет, потому что очень дорого привезти туда человека, а тем более оркестр. Поэтому, конечно, это сольная виолончель с заветами нашего великого мастера, который играл сарабанду у разрушенной Берлинской стены. Поэтому первые звуки, которые вот, с верхушки планеты по всем меридианам, параллелям потекли вниз, это были звуки Баха. Впрочем, Северный полюс не единственная экстремальная географическая точка, которую он окутывал своей музыкой. Однажды со сводным оркестром ему случилось играть Чайковского высоко в горах. Были Анды, там 3500 метров в Южной Америке, в Боливии. Тоже, я вам скажу, экспириенс очень серьезный, потому что там просто дышать не очень удобно. И когда тоже просто с виолончели ты поднимаешься по ступенькам, которые ты здесь пробегаешь, легко, а тут... Это впечатляюще. Но самым неожиданным выступлением последнего времени для Шаповалова, как для классического музыканта, стало участие в том самом концерте Аллы Пугачевой в 2019 году, когда звезда вышла на большую сцену по ее собственным словам в последний раз. Поработав и пообщавшись с Примадонной, Денис уверен, что насчет последнего концерта Алла Борисовна определенно погорячилась. У меня есть контакты и связи в разных сферах. Поэтому так получилось, что просто один хороший, замечательный человек, мой друг, говорит, ты знаешь, вот Алла Борисовна, большой юбилей будет в Кремле. Здорово будет, если вот настоящий виолончель, настоящий живой музыкант. Ну, зная потрясающую нашу Примадонну, конечно, я абсолютно уверен, что это не последний раз. Ты за меня молишься, я знаю, радуешься. Ярослав Щедров, Бахтияр Салтанов, Юрий Тимонин, репортер 73. Новогодняя распродажа рулонных штор и жалюзи. Скрин 704-904. Сегодня к успеху приводят гибкие и актуальные IT-решения. Ставьте на инновационные и обкатанные технологии, а не на темных лошадок. Seven Group. Технологии цифровизации. Работа поближе к дому в любимые дни. Работа в любимой машине. Работа, где мы не одни и всех принимают любыми. Хорошие деньги, но кроме того... Очень хорошая школа, работа на равных, работа хороших друзей. Заполни заявку на работу в Додо. Додо. Суперцены в Светофоре. Колбаса сырокопченая Черкизово 439,90 за килограмм. Майонез Мистер Рика 850 миллилитров 99,90. Во всех магазинах Светофор Ульяновска, Инзы, Брыша, Кузоватова, Чердаклов и Димитровграда. В Ульяновской области фиксируется тенденция постепенного снижения заболеваемости. В начале декабря на амбулаторном лечении находилось 7500 человек, на стационарном – 1500 пациентов. В медучреждениях есть необходимый запас лекарств, кислорода и койко-мест для стационарных больных. Среднесуточное количество тестирований увеличено до 300 на 100 тысяч населения. После ремонта начала работу ПЦР-лаборатория в городской клинической больнице Святого Апостола Андрея Первозванного. Всего в регионе исследования ПЦР-тестов проводят 8 лабораторий.
Прогноз погоды представляет сеть флористических магазинов «Нимфа». По данным сайта Гисметео, 21 декабря в Ульяновске пасмурно. Температура воздуха по области ночью минус 3, минус 7, днем 8, 12, ниже 0. В городе температура воздуха ночью от 4 до 6 мороза, днем минус 9, минус 11. Ветер преимущественно юго-западный 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Флористический салон «Нимфа-73» представляет яркие и неповторимые новогодние ели, эксклюзивные елочные игрушки, авторские композиции ручной работы, а также оригинальные люстры для любителей изысканности и шарма. Подарите себе волшебство. «Нимфа-73» 44 45 45. Майкл Джексон танцует на фоне дома Гончарова. И такое, возможно, в областном центре, когда за дело берутся художники. Преображение общественных пространств началось с 5 трамвайных павильонов на улице Ленина. Именно здесь разместили репродукции картин ульяновского художника Алексея Саперова в стиле нео-поп-арт. В работе автор использует технику акриловой краски и части масляной живописи. В основном пишет известных героев из поп-культуры, зарубежных персонажей из фильмов, музыкантов и политических деятелей. Ну, кстати, картины Саперова тут не навсегда. Это эксперимент, который будет дорабатываться. Через какое-то время на остановках появятся работы других художников, каких зависит от нас с вами. Свои пожелания и предложения можно сообщить по номеру приемной администрации Ульяновска. Да, ну а мы передаем слово Ярославу Щедрову. Он подготовил очередной выпуск новостей культуры. В Ульяновске экспонируется новая выставка «Империя и ее императоры». На выставке представлены полсотни произведений русской живописи. Все выставленные работы из запасников областного художественного музея, экспозиция в Ульяновском художественном стала кодой декады отечественной истории в России. Название выставки может ввести в заблуждение, ведь, собственно, портретов российских императоров здесь не более 10%. Но, когда речь идет об истории огромной страны, первым лицом может стать любой, кто оставил значимый след, будь он землепашец или революционер. Выставка продлится до 14 февраля. 2021 год – это год как раз 300-летия Российской империи, поскольку вся выставка напрямую связана с историей государства российского. Мы все-таки хотели, чтобы у зрителей осталось ощущение самого времени, эпохи, событий, которыми та или иная эпоха знаменуется. Но это невозможно представить без людей, которые участвовали в этих событиях, и без того, как то или иное событие отразилось в картинах. И поэтому здесь вот наряду с рядом императорских портретов можно увидеть и известных сановников, да, которые играли какую-то роль в политике. Можно увидеть рядовых, ну, относительно рядовых людей того времени, которые вроде бы каждой своей частной судьбой тоже стали, ну, частью истории России. 18 декабря под аккомпанемент Ульяновского государственного оркестра русских народных инструментов программу «Очарование романса» представил известный российский оперный и эстрадный певец, участник самого первого выпуска популярного телепроекта «Голос» Евгений Кунгуров. А специально для нашей рубрики он открывает цикл предновогодних бесед и поздравлений. Что необходимо Евгению Кунгурову в первую очередь, чтобы создалось новогоднее настроение? С самого утра начать думать обо всем со стороны плюса. Научиться быть счастливым сегодня, научиться получать удовольствие от тех испытаний, радости, несчастья, наоборот, удачи, счастья, любви. Все, что вот на сегодня тебе идет, все идет так, как должно быть. И научиться все воспринимать со знаком плюс, тогда будет жить легче. А что в обычной жизни поднимает настроение Евгения Кунгурова, если оно вообще не к черту? Мой дом, моя крепость, моя семья, моя любимая супруга Риша и мой сыночек Иван. Угу. Ну, потому что он, его как раз и не интересует мое настроение. Он всегда хочет играть, он всегда весел. И мне приходится
ну, над собой поработать, а потом проходит, как, знаете, полчаса проходит, и начинаешь понимать, что так должно было быть. Надо было быть сегодня веселым или по крайней мере, в приподнятом настроении более боевым, потому что дети это очень сильно чувствуют. И у меня дома на локомотивом являюсь я имею в виду неким таким, знаете, атомным реактором. Поэтому если я на таком неком провале, то и вся семья начинает что-то грусти, там где-то Ваня начинает где-то копошиться. Поэтому я всегда беру себя в руки и какой-то заряд даю людям. Евгений не раз принимал участие в различных телешоу с музыкой, связанных априори. От «Кто хочет стать миллионером» и модного приговора до «Уральских пельменей» и «Один в один». Нужно иметь какое-то особенное чувство юмора, чтобы участвовать в таких проектах? Я думаю, что да. Надо скорее научиться легче все воспринимать, потому что шоу требует, вот как ни странно, тоже приучает тебя радоваться, несмотря на тот багаж проблем, который есть у каждого человека. Потому что ты идешь в кадр, и люди не очень любят видеть тебя грустным, потому что в жизни хватает грусти. И вот приучить себя улыбаться и радоваться всему, что происходит. И шоу отчасти для этого. Некое такое, знаете, умение преодолеть свои какие-то вот нехорошие настроения там, или неудачи. Il nostro amore li amo io e te, nessuno sa la verità, neppure il cielo che ci guarda da lassù. Для профессионального исполнителя лучшая музыка – это тишина? Или в новогоднюю ночь в доме Евгения Кунгурова будет звучать музыка, будут петь песни, если да, то какие? У меня обычно в Новый год тишина, да. В сам Новый год уже сыночек, если встречает Новый год, ложится спать, и мы с супругой вдвоем, укутавшись пледом, можем поставить какой-то фильм, просто уже выключить телевизор, не надо в час ночи смотреть фильм, и достаточно рано ложимся спать, может, уже часа в три, там, полтретьего мы уже спим. И, конечно, вот это самое, для меня самое лучшее счастье Нового года, когда в комнате сопит ребенок в мягких игрушках, а рядом жена. К вам на улице подходит Дед Мороз и говорит, что он настоящий. Что он должен сделать или сказать, чтобы вы поверили? Да ничего не надо, я ему и так поверю, что он настоящий. Просто обнимет меня и поздравит с Новым годом, и уткнется своим холодным красным носом мне в щеку и скажет, поцелует, скажет, с Новым годом, братское сердце. Всем желаю, всем ульяновцам, дорогие друзья, с наступающим Новым годом вас. Это, наверное, вот для меня кредо жизни – научиться быть счастливым сегодня. Я вам этого желаю, потому что жизнь идет. Мы все время будем счастливы когда-то завтра, когда купим машину, когда купим квартиру, когда там еще что-то. Давайте все, я в том числе, будем учиться быть счастливыми сегодня. Пусть все ваши мечты в Новом году обязательно сбудутся, чтобы ваша улыбка на вашем лице всегда была открытой и вы сияли от счастья. Андрей, признайся, да. Без чего не обойдется твой новогодний стол? Ну, есть какая-то любимая закуска? Или вот только салат горячий? Или что тут, какие-то бутербродики? Ну, слушай, традиции. У меня останется в любом случае оливье, так. И никуда не денется со стола новогоднего. А если закуска бутерброд с икрой самый любимый, или со шпротами? Или со что-то? Шпротами. Ну, я вкус детства. Да? Я вот так вот верный человек, не изменяю. А я тебе сейчас шокирую тогда. Россиян предупредили об опасности популярной новогодней закуски. Шпроты являются очень вредным продуктом и могут даже оказать влияние на генные клетки. Ну да, действительно, многие думают, что шпроты – это такой вид рыбы. На самом деле, под этим словом, вы получаете обычную каспийскую тюльку, салаку, молоть, сельди и другую мелкую рыбу. Это продукт копчения, сочетание термообработки продукта и обработки его древесным дымом. А что это значит? А это значит очень вредно, заявили эксперты. Ну и они продолжили, шпроты могут содержать бензопирен, один из самых опасных канцерогенов, который может накапливаться в организме, оказывая негативное воздействие на геном клетки. При условии, что пользы в шпротах очень мало, так еще и у них очень высокая калорийность. 363 килокалории на 100 граммов. При этом жиров 32, а белков 17,5, практически, отметил специалист. Да, ну и кроме того, они содержат добавочную соль. Современный человек употребляет слишком много соли, и врачи установили, что суточная потребность в этой самой соли 5 граммов. Однако
одна чайная ложка. Все, что больше, вредно и может привести к печальным последствиям, заключили нутрициологи. Ну, поняла. Такая закуска вредна. Но а вот что действительно полезно, так это наша рубрика «Стиль», потому что она помогает нам и нашим телезрителям готовиться ко встрече Нового года и создавать маленькие шедевры своими руками. Добрый день, уважаемые телезрители! С вами в студии Анна, это рубрика «Стиль». Сегодня мы с вами будем делать вот такой вот рождественский веночек. Итак, что нам потребуется? Это непосредственно основа для венка. Это наш декор. У меня это игрушки, шишки, хлопок и сухоцветы. И, конечно же, наша бечевка. И для прокраса нам потребуется акриловая краска белая с кисточкой. Изначально необходимо на основу укрепить самые крупные элементы. Прежде чем наносить клей, примерьте ваши элементы, как они будут смотреться. Вот теперь нужно подождать. Так как декор у нас крупный, клей необходимо наносить чуть больше. Далее подбираем мелкий декор. Приклеиваем прям вплотную, чтобы у нас не было. Итак, мы с вами закрепили оставшийся декор, подкрасили наш венок обычной акриловой белой краской, подкрасили наши шишки. Вот что у нас в итоге с вами получилось. Далее необходимо из джута сделать петельку, просто ее подвязываем через венок и уже подвешиваем на удобное вам место. Мне нравится, когда такие веночки располагаются на двери, может быть, где-то в кухонной зоне, на фартуке. Ну, все зависит от вашего настроения, от вашей фантазии. С вами была Анна, это была рубрика «Стиль». Увидимся с вами в следующей передаче. И мы продолжаем в Ульяновской области. Вот уже 5 лет благоустраивают дворы, парки, скверы благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». И вот одним из первых пилотных проектов был наш любимый, парк. Я думаю, всеми любимый парк в Заволжье. Предлагаю о нем сегодня поговорить. Какие изменения с 2018 года там произошли? Парк Прибрежный. Да, наш гость сегодня Юрий Викторович Мухин, директор парка Прибрежный, собственно говоря. Юрий Викторович, доброе утро. Доброе утро. Ну вот с 2018 года работаете над ним, создаете его. Вот он прям действительно хорошеет, растет на наших глазах, вырос, ну, стал таким действительно в Заволжье самым популярным. Я думаю, что, признаюсь честно, и с этой стороны мы с удовольствием туда приезжаем. Да, какие изменения? Ну, сейчас в парке Прибрежном прошли масштабные изменения. С 2018 года, с момента голосования президента Российской Федерации, как раз шло параллельно голосование по программе «Комфортная городская среда». И парк Прибрежный, благодаря жителям, они в нас поверили, занял первое место. И мы, конечно же, приступили к реализации этой программы. Сейчас мы видим, парк полностью преобразился. Конечно, работа еще предстоит много сделать, потому что мы сейчас занимаемся полностью инфраструктурой. А в дальнейшем мы планируем уже приступить к озеленению территории, хотя мы понимаем, она у нас экологически чистая, там лес. Благодаря как раз вот программе «Комфортная городская среда», национальным проектам, программам благоустройства, которые работают в городе, в области, мы все вместе сохранили эту зеленую территорию.
добавили туда аттракционов, добавили спортивных площадок, детских спортивных площадок, детских площадок с травмобезопасным покрытием. Они совершенно бесплатные, можно приходить, посещать, гулять можно на территории парка. И, скажем так, получился парк для всех категорий жителей возрастных. Ну, там без малого инновационные аттракционы, вот эти вот покрытия, все ведь начиналось все очень серьезное. Да. Впервые все появлялось именно в Прибрежке, как говорится, да? Только потом я начала замечать, что такое покрытие стало появляться во дворах. Вас стали брать пример, да, может. Да, да, то есть... да, это действительно так, потому что все проекты, которые мы реализовали на территории парка Прибрежный, мы сначала согласовывали с жителями. С жителями Заволжского района, с жителями города. И та презентация, те картинки, которые мы им предлагали, они выбирали из них лучшие. И как раз потом, благодаря добросовестным подрядчикам, у нас получалось то, что на картинках, уже вживую. И после этого люди поверили, уже начали относиться к вот этой программе уже по-другому. Они уже поверили, и сейчас мы видим уже не только парк Прибрежный, а практически много скверов уже благодаря этой программе мы благоустроили. Скажем так, администрация ведет работу, мы же тоже понимаем, что мало того, что сквер подвергается благоустройству, реконструкцию установят лавочки, но мы понимаем, что кто-то должен за этим в дальнейшем и следить. Ну, конечно. И в городе создаются такие структуры, которые сейчас занимаются обслуживанием этих территорий. Mm. Потому что мало того, что сделать, это надо обслуживать. Вот сейчас у нас все это работает в тандеме, то есть благоустройство по программе «Комфортная городская среда» и в дальнейшем обслуживание. Наверняка это и система и освещения, и видеонаблюдения, да, в помощи? Да, да, конечно. В парке установлено и видеонаблюдение, освещение, угу, современные широкие дорожки, чтобы было, можно было разойтись. Экотропы – это где занимаются жители в возрасте скандинавской ходьбой. Да. То есть и на велосипедах также. Сейчас вот мы, допустим, подготавливаем уже парк к новогодним праздникам. Да, хотел бы как раз, пользуясь случаем, пригласить всех. 18 числа у нас традиционное открытие елок в парках города. Вот, запланированные мероприятия. Ну и, соответственно, тоже в Прибрежке запланированные мероприятия. А вот отзыв, Юрий Викторович, отклики от жителей. Вот они голосовали, тоже принимали решения. Вот они реализовались. Вот оно благоустройство. Как-то видите эти отклики, слышите их? Как реагируют? Ну, наверное, посещение, жители. Действительно. Люди с огромным удовольствием. Ну да, количество посещений в парке, да, конечно, с каждым годом прибавляется, потому что у нас и аттракционов с каждым годом прибавляется. Вот буквально на следующий год к открытию парковых сезонов, 1 мая, у нас появится 6 новых аттракционов. Сейчас как раз идет уже монтаж этих аттракционов, готовятся площадки. Соответственно, сейчас, скажем так, мы ушли в цифру, скажем так, и у нас есть странички в соцсетях. Угу. Также у меня своя личная страничка в соцсетях. Я выставляю то, что мы будем реализовывать, потом то, что получилось, всякие инновации, которые там происходят. И жители видят это и пишут свои комментарии. Очень большое количество просмотров, соответственно, комментарии положительные. Есть, конечно, комментарии отрицательные, мы стараемся быстро на них реагировать. Да. Угу. И, скажем так, опять же, благодаря вот соцсетям, странички, допустим, там ВКонтакте и в других сетях, нам пишут пожелания, которые хотели бы видеть жители в этом парке. И мы, опять же, тоже реагируем, вставляем их в наш план мероприятий, в план благоустройства. И, опять же, благодаря вот этим, скажем так, инновациям, которые жители предлагают, мы, опять же, для них реализуем, и получается наш такой, скажем так, народный востребованный парк. Вот, говоря о пятилетней такой действительно глобальной работе по благоустройству и парков, и скверов, действительно инициатива идет от жителей, находит такой вот отклик. Парки, скверы потрясающе преобразуются. Ну, ходить туда сейчас одно удовольствие. Заметили ли вы, что меняется и отношение людей к этим паркам? Ведь, повышается, ну, раньше, культура, да? Ведь раньше можно было, и я, будучи студенткой, помню, как мы приходили в парк и убирались. И я думала, ну как же так можно? Вот ты поел и упаковку от мороженого бросил мимо урны. Сейчас люди стали ответственнее относиться к тому, что, чего добились, ведь сами добились такой красоты. Вот как вы думаете, заметен этот прогресс?
Я бы даже сказал, он более чем заметен, потому что, вот, опять же, вернемся в 2018 год, когда мы начинали реализовывать эту программу, мы понимали, что служб, которые обслуживают парк, не хватало. И благодаря, опять же, жителям, благодаря общественным организациям патриотической направленности, там и «Союз десантников», «Боевое братство», и «Медведь», и всевозможные другие организации, они откликались и приходили, и просто проводили субботники. То есть люди уже поверили, заинтересовались этим проектом. Что можно картину изменить. Да, да. И уже сейчас они, участвуя во всех этих проектах, скажем так, по благоустройству парка, уже относятся как к своему. И просто, мне кажется, уже нет таких жителей там Заволжского района, города Ульяновск, которые не побывали в Прибрежке. И просто приходят отдыхать, просто приходят погулять. То есть мамочки с колясками приходят просто в обеденный перерыв, там дети на свежем воздухе спят. Опять же, вот в связи с пандемией, с карантином, да, все организации были закрыты. У нас парк, лес на свежем воздухе, вышел, погулял. Конечно же, мы соблюдаем все правила меры безопасности, да, то есть проводим дезинфекцию, скопление. То есть, опять же, парк создавался для всех категорий граждан и для граждан малоограниченных, скажем так, подвижностью. Мы собирались вместе с их общественной организацией, проходили все маршруты, чтобы парк был для них доступен. А вот, Юрий Викторович, благодаря той же цифре вы наверняка видите, как развиваются ситуации в других парках города. А как-то вот отслеживаете эту самую ситуацию? Как-то реагируете на ее? Там, мониторите ситуацию? Ну, да, там появился такой аттракцион, так, да, можно так, присматриваетесь, прислушиваетесь, меняетесь тоже благодаря этому. Конечно, мы смотрим, мы общаемся, все директора парков. Есть дирекция парков на территории города Ульяновска. Конечно же, хотим, чтобы каждый парк он был индивидуален и не повторялось, чтобы в одном парке такой аттракцион стоит, в другом такой. Ну, конечно же, общение есть, и благодаря, скажем, такому общению мы развиваемся в каждом в своем направлении. А вот конструктор, парк механика, все-таки как часть Прибрежки, тоже преобразовался в этом году благодаря нацпроекту. Вот что, какие там изменения? Здесь же опять в 90-х годах на этой территории проходили гонки на выживание, мотокроссы. У нас в Ульяновске появилась мощная общественная организация, опять же, так, мотоклуб «Ночные волки», который вдохнул в эту территорию, скажем так, вторую жизнь. Опять же, разработали проект развития этой территории благодаря программе «Комфортная городская среда». Мы уже были на ходу, мы уже понимали, что делаем. В первую очередь мы занялись инфраструктурой, то есть подвели водоснабжение, электричество, освещение, сделали смотровые площадки, площадки для отдыха, организовали охрану, уборку, сделали спуск, уже установили сцену. Конечно же, там проводим уже мотокроссы, но в связи с пандемией ограниченное количество посетителей. Но, тем не менее, эта территория, опять же, ожила. Сейчас можно туда прийти и, скажем так, просто даже приятно отдохнуть, потому что это из свалки превратилось в шикарную территорию. И, опять же, благодаря вот этим программам, благодаря администрации города, мы сохранили зеленую часть этой территории. То есть там тоже есть лесок, где можно просто посидеть на лавочках, подышать свежим воздухом. Технопарк технопарком, но, да, зеленая зона, конечно. Это, конечно же, да. Это пропадать и не должна. И тень, да, и, скажем так, экология. Ну да, наследие. Да. Ну, скоро Новый год. Как парк приближенно готовится ко встрече? Чем будете удивлять и радовать жителей? Здесь скажу честно, мы уже начали подготовку где-то за месяц до данного мероприятия. Все, конечно же, держалось в секрете. Сейчас мы уже включаем огни, приглашаем жителей на вечерние посещения нашего парка. Ну и не только парк Прибрежный. Мы видим, что преображается к Новому году и все территории общественных пространств. И город уже сам украшается. Сегодня вот как раз в парке у нас устанавливаются ледяные фигуры. Лед привезли из Тюмени. Как раз из них будут вырезаться, скажем, такие фигурки. Будут прекрасные фотозоны. Мы вчера уже добавили тоже топиарную фигуру. То есть это олени с санями, то есть с подарочками красивыми. Погода не испортит планы
новогодние фигуры выдержит. Я думаю, здесь никаких у нас рисков нет. Нет. При любой погоде мы понимаем, что праздник состоится, открытие елки будет, и за счет администрации города, за счет наших коллективов и спонсорской помощи мы организуем хороший праздник. А вот ледяные фигурки меня заинтересовало. У нас много мастеров в Ульяновске? Или все-таки тоже приглашенные, как и лед, привезли? Это уже, скажем так, бизнес вкладывается в развитие наших территорий. Это арендаторы, которые находятся на территории парка, предоставляют свои услуги, скажем так, и они у нас традиционно ежегодно устанавливают эти фигурки. Вот в том году, к сожалению, у нас из-за пандемии парки были закрыты, этого не было. Сейчас мы эту традицию возрождаем. Здорово, здорово. Значит, как с 31 на 1 как будет работать парк? Всех ждут? С 31 на 1 традиционно парк открыт. Будет обязательно организовано музыкальное, там, скажем так, сопровождение. Обязательно будет организована программа на территории парка. Все будет безопасно. То есть у нас уже традиционно сотрудники полиции на выходных работают, у нас народная дружина работает на территории парка. Опять же, повторюсь, видеонаблюдение, охрана круглосуточно организована и, скажем так... И Дед Мороз и Снегурочка будут. Обязательно Дед Мороз и Снегурочка. Это неотлагаемая часть нашего парка. Отлично. Спасибо вам огромное. Значит, приглашаем жителей Заволжья с удовольствием встречать Новый год, в том числе и в парке. Ну, во всяком случае, после встречи Нового года можно отправиться на дискотеку, которая там обязательно будет. Легко, Юрий Викторович. С наступающим. Спасибо. Дальнейших успехов вам и парку Прибрежный в том числе. Пользуясь случаем, конечно, хотел бы тоже поздравить всех с наступающим Новым годом. И не только жителей Заволжского района пригласить в парк, а всех жителей города, Ульяновской области и всех гостей, которые приедут к нам. Ну, точно. Новогодние каникулы 10-дневные. Да. За это время абсолютно точно найдем время приехать и даже не раз. С огромным удовольствием. Спасибо за встречу. Друзья, напомним, что в гостях у нас сегодня был Мухин Юрий Викторович, директор парка Прибрежный. Ну, а мы двигаемся дальше. Ну что, предлагаю это утро начать с пиццы, Андрей. Как тебе такое предложение? Ох, Катя, что ж ты делаешь? Как работать-то теперь? Ну, словно аромат пошел. Да, ну, да. Но пиццу мы не будем есть. Мы предлагаем нашим телезрителям поучаствовать в розыгрыше. Да, друзья, будьте бдительны. На нижней части ваших экранов должен прямо сейчас, наверняка, когда появится... А может быть, чуть позже. Прямо сейчас. В общем, смотрите внимательней. Четырехзначный код, который, собственно, нужно записать или запомнить. И собрать таких пять. Каждый день мы показываем эти коды. Итак, собираете и получаете... Пицца ваша. Абсолютно точно. Ну, что, утро с пиццы начать, конечно, можно, конечно. Но лучшее начало – это все-таки разминка, хорошая зарядка, и нам помогают правильно начать это утро со здорового образа жизни наши эксперты из рубрики «ЗОЖ». Им слово. Всем привет! Надеюсь, ваши выходные прошли замечательно. Ну а сегодня понедельник, и мы идем в новую неделю с новой зарядкой. Сегодня мы с вами сделаем классное упражнение на баланс. Оно довольно веселое, вызывает много эмоций. Рекомендую его делать таким образом. Вы закрываете глаза сразу же, как только услышали мою команду. Мы поднимаемся с вами на носочки, вытягиваем макушку наверх, затылок чуть отправляем назад, мизинчики тянем наверх. И буквально начинаем тянуться так высоко, как можем. Глаза закрыты, и будем дышать носом, живот надувать, выдох ртом, живот сдувать. Таким образом мы будем находиться в этом положении 10 дыхательных циклов. Наблюдайте за тем, насколько вы будете ровно стоять или начнете танцевать на своем коврике или месте для занятий. Давайте начинать. Поднимаем руки наверх, встаем на носочки и закрываем глаза. Вдох носом, живот надулся. Выдох ртом, живот сдуваем. Третий раз вдох носом. Выдох ртом. Вдох носом. Баланс найти после выходных непросто, но мы с вами сможем. Выдох. Еще вдох. Тянитесь как можно выше. Старайтесь ни за что не держаться. Почувствуйте свои икроножные мышцы, ведь именно там находится любовь к жизни. Вдох, надули живот. Выдох, живот сдуваем. Еще два раза. Вдох носом. Выдох ртом. Вдох носом. И выдох ртом. Опускаемся вниз.
Как только пятки коснулись пола, открывайте глаза. Я вам желаю здоровья и хорошей рабочей недели. Более 500 жителей села Краснополка Корсунского района начнут получать медицинскую помощь в новом ФАПе. По программе модернизации первичного звена здравоохранения в Ульяновской области нацпроекта здравоохранения в декабре завершено строительство фельдшерско-акушерского пункта. На возведение здания выделено более 7,5 миллионов рублей. Работы начались весной 2021 года. После лицензирования, закупки медоборудования и мебели учреждение откроется для приема пациентов. Прежде почти 500 жителей села Краснополка получали профильную помощь в старом медпункте, который находился в неприспособленном помещении. С начала работы нового здания будут значительно улучшены условия оказания медицинской помощи пациентам. Стоит отметить, что всего до конца 2021 года в регионе планируется завершить строительство 15 ФАПов. Рубрика о главном. Далее. Пицца, елки, мягкие игрушки. Что между ними общего? Все это подарки от нашего телеканала самым внимательным и активным телезрителям. Каждый день мы вручаем вам призы. Заходи. Вот так она выглядит. Здесь немножечко прохладно чувствуется. Да? Заходите. Вот как она выглядит. Какую студию, вопрос родителям, какую студию первой вы узнаете? Здесь, да, смотрю. Второклассник Павел на происходящее смотрит с восторгом и, кажется, еще не верит тому, что мечта сбывается. Оказаться в студии телеканала «Репортер 73», узнать, как же это работает изнутри. Такое желание мальчик загадал в канун Нового года. Как люди попадают туда, из мультика, да, у нас есть же «Малыш и Карлсон», да, кто там, как в телевизор туда люди помещаются. То есть это тоже вопрос задавался. Как видите, каждый уголок у нас используется по полной программе. То есть эта выгородка для утра, которую вы узнали. Вот здесь сейчас у нас такой новогодний уголок тоже для музыкальных номеров. Это шторы. Обычно их можно раздвинуть, и там появляется такая декорация уже для другой программы. Многофункционалист. Для разговора. Да, все используется. А наша большая панель световая. Здесь заставочка такая тоже для новогодних подводок. Как организована наша телестудия «Трансформер»? Что такое эфирка, звуковая и монтажка? Сколько человек помещается в ньюсруме? Мы раскрыли почти все секреты работы телекухни. Павел попробовал себя в роли ведущего и даже справился с телесуфлером. Позвоните по номеру утренней редакции. 30-50-73. 30-50-73. Тяжело? Коллектив телеканала «Репортер 73» не волшебники, но тоже умеет исполнять мечты. И, конечно, мы продолжаем дарить подарки. Павел вместе с родителями участвовали в творческом конкурсе от нашего телеканала. Сфотографировали свою новогоднюю поделку, фото разместили под хэштегом «Игра73» и написали новогоднюю историю, что с ними однажды случилось. И стали очередными победителями розыгрыша. Подарок за ваше участие. Благодарим вас. Пес будет теперь жить с вами. Спасибо, что участвуете, что вы такие творческие, активные, позитивные. Как тебе? Понравилось? Да. Хотите тоже получить от нас подарок? Ищите условия конкурса в наших социальных сетях. Участвуйте в розыгрышах, и, может быть, именно вам повезет. А уже 22 декабря в эфире «Утро с репортером» мы объявим имя победителя главного новогоднего розыгрыша «Викторины» от нашего телеканала. «Репортер 73» вместе в Новый год!
Обновления установлены. Ульяновские учителя прокачивают знания в IT-сфере. В регионе впервые прошел областной слет под названием «Педагогический дизайн цифрового обучающего контента». Его участниками стали руководители методических объединений, учителей информатики и информационно-коммуникационных технологий. Они обменялись опытом и прослушали лекции от спикеров, которыми выступили авторы учебников по информатике, представители платформы «Сферум», педагоги IT-куба и «Дома научных». Осенне-зимняя школа для учителей информатики завершилась в конце ноября. Учителя получили базовые навыки программирования, что поможет им качественнее готовить школьников к ЕГЭ и олимпиадам по информатике. А рубрика «Это интересно» продолжит утренний эфир. Кукла Настя сегодня Дед Мороз, а Алешка – Медвежонок. Костюмы для любимых и знакомых многим советских игрушек подобрала их хозяйка Анна Зикова специально для фестиваля «Гирлянда». Коллекционер собирает кукол уже более 15 лет, участвует с ними в разных выставках. Игрушка из ГДР в этот раз – лисичка. Как помните, в советские времена костюм должен делаться минимальными, скажем так, средствами. То есть есть комбинезон, есть красивая кофточка, делается шапочка, прибивается хвостик. Все, ребенок в костюме, ребенок готов. У Анны в коллекции более 500 кукол. У каждой своя судьба и история. Одних коллекционер нашла на помойке, других купила или забрала у прежних хозяев, которым игрушка была не нужна. Самой запоминающейся стала кукла, найденная в поле. Я не любитель коллекционировать кукол из коробки. То есть есть коллекционеры, которым обязательно важно, чтобы кукла была в родной коробке, в родной одежде, с родной прической. Мне это скучно. Чем страшнее убитие куклы, тем лучше. Потому что таким образом я могу сделать из нее, ну, когда-то то, что захочу, когда-то то, чего требует время. Среди кукол, игрушечных зайчиков, котиков и тигров словно переносишься в сказочный мир детства. На фестивале подарков и традиций «Гирлянда» – изделия ручной работы, которые восхитят как ребенка, так и взрослого. Флористикой я занимаюсь 15 лет. Это первое мое хобби было сначала, но потом оно практически переросло в мой заработок. Сейчас у меня очень много клиентов и за рубежом, и клиенты по России. Но второе мое хобби, это основное сейчас оно стало, это куклы, статичные куклы из пластики. Авторская работа всегда уникальна. Мастера вкладывают в творчество частичку души, поэтому их изделия приятно дарить и получать в ответ. Здесь у нас собрались мастера из 5 регионов Поволжья. Это Татарстан, Мариэл, Чувашия, Ульяновск, Самарская область. Здесь всего у нас порядка 70 мастеров. Все они представили работы в разных техниках. И что их объединяет, то, что это можно подарить. А можно сделать подарок своими руками на мастер-классах по изготовлению хендмейд игрушек и елочных украшений. Порадуйте себя и доброе дело совершите. Поможете бездомным кошкам. Завтра и послезавтра у нас также планируется мастер-класс из бумаги. Например, вот такой заяц. Подарок. Далее мы будем делать ангела. Где же будет? И все это в рамках проекта, чтобы привлечь внимание. Помимо выставки подарков, на фестивале прошла большая образовательная и творческая программа, которая помогла поднять настроение и узнать чуточку больше о главном празднике года. У нас выступают творческие коллективы, у нас проходят творческие встречи как с мастерами, так и с представителями, с музейными работниками, с историками, людьми, которые могут рассказать о традициях празднования Нового года, Рождества, в разные эпохи жизни. Организатором мероприятия выступил авторский проект «Всю жизнь играем». Фестиваль, хоть и проходил впервые, собрал много гостей. Впредь он может стать доброй новогодней традицией для всех любителей игрушек и подарков ручной работы. Картину дня дополнят региональные новости. В эфире информационная программа «Реальность». С
Заволжье, Засвияжье, где активно строятся целые микрорайоны и где не все застройщики смогли выполнить взятые на себя обязательства, а также центральная часть города, где есть ряд проблемных домов с долевым участием. Размах внушительный. Оптимизм внушает скорость, с какой ведутся работы, и средства, которые выделены Фондом защиты прав граждан на 3 года. Почти 3 миллиарда рублей. Началась работа по демонтажу конструкции, потому что объект стоял длительное время без консервации, и конструкции пришли в негодность. Сегодня мы разбираем этот объект до свайного основания и заново будем строить этот 12-этажный жилой дом. Это дом на Красноармейской, детище Тагайской птицефабрики. Дом с непростой судьбой. Второй застройщик, взявшийся довести его до ума, не справился и обанкротился. Теперь под контролем фонда здание фактически выстроит с нуля. Большинство долгостроев в более приличном состоянии. По плану до 2023 года регион разрешит кризисное положение 2056 собственников. Нет денег, нет квартир. Одобренные фондом застройщики готовы. При этом глава Ульяновской области настаивает на форсировании планов и более ответственном подходе к поставленной президентом задачам. Вы как распланировали? Когда сдача? Конец 23-го. Ой, ребят, это очень долго. Будем стараться пораньше, но у нас финансированием проблем нет. Нет, мы уже это два года. Это надо за год строить. 12 тысяч квадратных метров. Давайте мы это самое графики пересмотрим. Где-то май 23-го мы должны принимать дом. Среди тех, кто уже заселился в долгожданные новостройки, жители 4 домов микрорайона Юго-Западный. По проекту в завершенных кварталах в итоге будет жить до 100 тысяч человек. 2 детишек у нас, материнский капитал мы туда вкладывали, поэтому ждем не дождемся. Скольки комнатные? 3-комнатные. За этот год на данной площадке достроено и будет передано жильцам 6 домов. Здесь такая же история, как и за Волгой. Часть квартир с ремонтом, часть без ремонта. Для того, чтобы завершить полностью и передать уже жильцам квартиры, которые в соответствии с их договорами с ремонтом, необходимо еще 2 месяца. Здесь уже планируют строительство нового лицейского блока для младшеклассников. Руководство региона и города думает над проведением трамвайных путей. Но сперва заселить людей. Вам что хочу пожелать, чтобы квартиры были теплые, чтобы в этих квартирах жили вы счастливо, рожали детей побольше. Две дочки ездят на завод. Одна на завод, одна на запчасти. Они уезжают в 6 часов утра, чтобы сесть на первый автобус. И приезжают в 10 часов вечера или на попутках. Или на такси. Реалии Боротаевки с легкостью ложатся на любой другой отдаленный от центра район. Маршрутки забиваются под завязку, но не только влезть в салон. Просто дождаться целое приключение. Причем время ожидания никак не зависит от времени года и погоды за бортом. Я 3 дня был. Да, 3 дня назад ездил в город. Я 1:20 ждал. 1:20 ждал. Вызвал такси, на такси уехал. 180 рублей заплатил. Уехал. А его так и не было, автобуса. Вообще ужасно. Не 12, вот по часу стоим, ждем, но строго по расписанию 1 автобус. 6 всего едет. Утром 1 автобус 6 часов, битком набитый, какой здесь ковид. Транспорт не 12-го, не 91-го. Как 91-го отменили, все. Ходим на трассу, там наш тоже не берут. А вот поселок Индовое тоже в составе областного центра и тоже в транспортной недоступности. Единственное средство связи с большим миром – 391-й автобус регулярно нарушает расписание. Последний рейс уходит с Нового города в 17:10, когда детские сады и многие до 6 работают. То есть надо еще и ребенка забрать. Да, элементарно больницы работают до 6, а автобус уходит в 5. Записаться к любому врачу мы сразу смотрим на автобус. Больше половины городского населения регулярно попадает в ловушку. Маршрутки – транспорт частный. Вопрос отчасти мог бы решить регулируемый тариф, но пока что бюджет Ульяновска необходимым количеством средств не располагает. Однако нарушение графиков –
фиксируются и на маршрутах муниципальных. Наводить порядок в сфере перевозок решили радикальными методами. За первое нарушение должностные и юридические лица заплатят 10 тысяч рублей. За рецидив – 20 и 30 тысяч соответственно. К контролю выполнения условий перевозчиками региона подключилась навигационно-информационная система. Помимо, собственно, автобусов, людям необходимы безопасные дороги, чему способствует исполнение профильного национального проекта. В бюджете 2022 транспортная отрасль не самая напитанная, но возможности к решению острых вопросов есть. Безусловно, членов комитета интересовали такие программы, как транспортное обеспечение, как дорожный фонд, к примеру, который в 2022 году составит 7 миллиардов. Обязательным приоритетом для депутатов является финансирование школьных маршрутов и их содержание. Очень многое завязано на качестве дорожной инфраструктуры. В 2022 году продолжат ремонтировать трассы, мосты и путепроводы, устанавливать качественное освещение. Будут продолжены работы по содержанию и развитию системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. На данные цели предусмотрено 686 миллионов рублей. От зоркого электронного глаза не укроется, если дорога пустует, а остановка переполнена. Каждый перевозчик обязан соблюдать регламент. Если необходимого количества рейсов за квартал не набирается, последует санкция. Если нарушение фиксируется многократно, транспортную компанию могут лишить лицензии. Коммунальные службы у нас справляются в этом году с снегопадами? Ну, это первый день, справится. Местами хорошо, местами не очень. А где не очень? Вот где вы видели ваш мост? Чтобы понятно было. Не знаю, например, у нас дом по Ватутину, у нас что-то пока не видно, что-то и не видно, не очень. Да. Взгляд не видно уже тут. Я только приехала, я не городская. Ну вот пока шли, вы заметили, хорошо у нас чистят дороги, улицы. Да нормально. Местами довольно-таки скользко бывает, а в целом, ну ничего, более-менее. С утра в 7 шел, щепакает, но сейчас более-менее наверное, чистит. А как вот вы видите, чистит? Это только в центре или везде вообще? Я здесь живу, там я на окраинах и на этих местах, в этих местах удаленных не бываю. Убирают сколько как можно. А как убирать сразу-то все? Они уже с вечера начали убирать. Я живу в Карлинское, пригород. Ну, чистят нормально, хорошо, приезжают, чистят. Да ну как, не совсем. А где вот вы, может, видели какие-то участки такие самые трудные? Да, ну, я нигде не была еще, поэтому я вам ничего не могу сказать. А центр города, вот на ваш взгляд? Вот вы говорите, плохо, почему плохо-то? Ну нет, ну не совсем, потому что снег только выпал, еще очищать, наверное, будет. Хорошо, успели. Во всех у меня на Гончарова хорошо. А вы откуда идете именно? Сначала Гончарова там живу. Когда вот дождь там был, а так-то вроде бы не было ничего. Знаете, вот я был в Австрии, в Вене, там посыпают мелкой крошкой. Вот. Гранитный или как вот, не гранитный, конечно, но какая-то специальная крошка. Ничего не тает и не скользит. А это, конечно, вся обувь летит. Собаку выведешь, лапы готовы. Только промывать с раствором. Ну вот не надо, будет скользко. Понимаете, ты не пройдешь по этим плиткам-то. Ну, конечно, лучше бы присыпать. Но еще не успели, еще успею. Пусть они сами соображают, коммунальщики, как лучше. Ульяновский музей градостроительства и архитектуры раскрывает историю застройки города и показывает своеобразие его архитектурного облика. Здесь представлены подлинные градостроительные планы, чертежи, фотографии сохранившихся и утраченных зданий, а также почтовые открытки начала 20 века и живописные работы с видами Ульяновска. А с недавнего времени в музее появился легендарный чертежный кульман. На таком чертежном приборе Ляля Махмутовна выполняла проект Спасо-Вознесенского храма на улице. Кстати, именно этот чертежный инструмент стал центральной точкой музея. В честь 20-летнего юбилея весь год в музее работал выставочный проект «Размышления у Кульмана». Мы приняли решение, что в юбилейном году, в 2020-2021 году, мы будем представлять на это Кульмана проекты, реализованные и нереализованные наших современных архитекторов. Таким образом, на выставке можно познакомиться с проектами архитектора Владимирова и его архитектурной мастерской, а также Варюхиных, Ивакиной, Фролова, Мишина, Капитонова, Молчанова, Некрасова,
Сухорукова, Селянкина. Посетить выставку «Архитектурное эссе. 20 лет 21 века» в Музее градостроительства и архитектура Симбирска-Ульяновска можно до конца января 2022 года. В год 75-летия Победы просим вас поддержать наше предложение о присвоении этого почетного звания еще 9 городам. Это Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Ульяновск, Томск, Иркутск, Иваново, Новокузнецк и город Боровичи Новгородской области. Это города, где люди наиболее активно голосовали, где эта идея пользуется широкой народной поддержкой. В итоге к списку добавились 12 городов. Владимир Путин идею поддержал и обещал в ближайшее время подписать все необходимые документы. Главное – мнение людей, а оно гласит, Ульяновск просто обязан быть в списках присвоения почетного звания. Точку силы выбирали из 5 вариантов, все места знаковые и достойны стеллы. Как бы ни хотелось, но везде водрузить по памятнику невозможно. Завод УАЗ являлся одним из претендентов. Это замечательно, что присвоили такое звание нашему городу, и мы вложили часть, конечно, своих усилий в то, чтобы получить это именно звание. История ударного завода началась в 41-м. Немцы рвались к Москве, пришлось спасать ряд крупнейших предприятий. Тогда на территории Ульяновской области перебазировали сразу 15 промышленных учреждений. Одно из них – УАЗ. Работа закипела с первого дня. Ради победы вчерашние школьники работали по 12 часов в сутки. Всего за 2 с лишним месяца удалось наладить производство. 30 апреля 42 года собрали первый легендарный ЗИС-5. Это, как уважительно его называли, Захар Иванович. ЗИС-5В. Советские солдаты любили автомобиль в первую очередь за надежность и в случае чего ремонтопригодность. И он, и вся другая техника с этого завода, плюс ударный труд людей, принесли Ульяновску почетное звание города трудовой доблести. За годы войны Ульяновский автозавод выпустил больше 7 тысяч ЗИС-5, а за всю историю предприятия с конвейеров сошло более 5 миллионов автомобилей. В музее, кстати, есть все экспонаты, от самого первого до последнего. Анатолий Лазарев, сторожил УАЗа. К рядам заводчан примкнул в аккурат после армии в 1960 году. Тут он и поныне уже в качестве ветерана. 60 с лишним лет завод менялся на его глазах. Конечно же, в лучшую сторону. Для ветерана производства присвоение городу почетного звания – личная победа. Это признание заслуг того, что горожане, не только наш автомобильный завод, но и те предприятия, которые работали в годы войны, это признание заслуг и вклад в это самое, в изготовление продукции, в приближение победы. Хоть стелу трудовой доблести и не тут, не страшно. Мы помним подвиг предприятия, не забываем людей, что в войну без сна и отдыха трудились на благо страны. В очередной и не последний раз спасибо у вас. Павел Петряков, Юрий Давыдов, репортер 70. Как вам была новая кухня? Все очень хорошо. Вот работаем. Для этого все условия – новые плиты, столы в чистом пищеблоке, который отремонтировали в 2021 году, как и многие другие помещения детского отделения областного тубдиспансера. Палаты, холл, санузлы, приемное отделение и прачечная стали яркими, комфортными и теплыми. Практически во всем здании поменяли деревянные окна на пластиковые, закупили новую мебель. Заведующая отделением Татьяна Зубова, вернувшись из декретного отпуска, была приятно удивлена обновленному рабочему месту. Детское отделение стало светлое, уютное, чистое. Комфортность пребывания детей возросла в несколько раз в отделении. А это немаловажный момент при длительном лечении туберкулезного процесса. По информации экспертов, в 2021 году прослеживается тенденция снижения заболеваемости туберкулезом. Есть вероятность, что материально-техническая база также влияет на позитивный показатель. Во всех профильных подразделениях проводились ремонты, закупалось оборудование. На улице Металлистов, например, провели капитальные работы, заменили проводку и другие коммуникации. Сейчас здесь лечится около 150 человек, и в скором времени больница сможет принять больше пациентов, нуждающихся в квалифицированной помощи. Протекала когда-то давно крыша, вот, все замкнуло, всю проводку здесь перемкнуло, и только по бокам вот были светильники на стенах. Нам даже не верится, что это у нас так. Вот, светло, красиво в этом плане.
Большая часть работ спонсировалась из областного бюджета, что-то больницы латали своими силами. Благодаря нацпроекту здравоохранения удалось приобрести 8 передвижных флюорографов. Обследования на них за год прошли 70 тысяч человек. 19-й год, когда у нас работало 4 мобильные передвижки, мы делали около 40 тысяч. То есть на 30 тысяч больше мы увеличили охват. На ремонт всех подразделений было потрачено 17 миллионов рублей. Приводят в порядок как помещение, так и прилегающую территорию к больницам. Здесь, например, высадили 385 елей. Как известно, сосновый воздух благоприятно действует на легочную систему. 17 миллионов – вложение небольшое, и до европейских учреждений нашим, конечно, еще далеко. Денег необходимо больше для оздоровления больниц и комфорта пациентов. Но главное – сделать первый шаг. Маргарита Матюшинская, Бахтияр Салтанов, репортер 73. Оркестр молодец большой, замечательные, хорошие, прекрасные люди, которые, вот сегодня прохладно, но они наполнили своей игрой, своим теплом вот зал. Поэтому молодцы, я очень счастлив встретиться с ними вновь. За 8 лет с последнего совместного выступления с Ульяновским государственным академическим симфоническим оркестром «Губернаторский» Денис успел поиграть на крайней точке планеты. «Льдина», «Белые медведи», «Минус много», «Рояля» нет, оркестра симфонического тоже нет, потому что очень дорого привезти туда человека, а тем более оркестр. Поэтому, конечно, это сольная виолончель с заветами нашего великого мастера, который играл сарабанду у разрушенной Берлинской стены. Поэтому первые звуки, которые вот, с верхушки планеты по всем меридианам параллелям потекли вниз, это были звуки Баха. Впрочем, Северный полюс не единственная экстремальная географическая точка, которую он окутывал своей музыкой. Однажды со сводным оркестром ему случилось играть Чайковского высоко в горах. Были Анды, там 3500 метров в Южной Америке, в Боливии. Тоже, я вам скажу, экспириенс очень серьезный, потому что там просто дышать не очень удобно. И когда тоже просто с виолончели ты поднимаешься по ступенькам, которые ты здесь пробегаешь, легко, а тут... Это впечатляюще. Но самым неожиданным выступлением последнего времени для Шаповалова, как для классического музыканта, стало участие в том самом концерте Аллы Пугачевой в 2019 году, когда звезда вышла на большую сцену по ее собственным словам в последний раз. Поработав и пообщавшись с Примадонной, Денис уверен, что насчет последнего концерта Алла Борисовна определенно погорячилась. У меня есть контакты и связи в разных сферах. Поэтому так получилось, что просто один хороший, замечательный человек, мой друг, говорит, ты знаешь, вот Алла Борисовна, большой юбилей будет в Кремле. Здорово будет, если вот настоящий виолончель, настоящий живой музыкант. Ну, зная потрясающую нашу Примадонну, конечно, я абсолютно уверен, что это не последний раз. Ты за меня молишься, я знаю, радуешься, я знаю. Ярослав Щедров, Бахтияр Салтанов, Юрий Тимонин, репортер 73. Новогодняя распродажа рулонных штор и жалюзи. Скрин 704-904. Сегодня к успеху приводят гибкие и актуальные IT-решения. Ставьте на инновационные и обкатанные технологии, а не на темных лошадок. Seven Group. Технологии цифровизации. Работа поближе к дому в любимые дни. Работа в любимой машине. Работа, где мы не одни и всех принимают любыми. Хорошие деньги, но кроме того... Очень хорошая школа, работа на равных, работа хороших друзей. Заполни заявку на работу в Додо. Суперцены в Светофоре. Колбаса сырокопченая Черкизово 439,90 за килограмм. Майонез Мистер Рика 850 миллилитров 99,90. Во всех магазинах Светофор, Ульяновска, Инзы, Брыша, Кузоватова, Чердаклов и Димитровграда. We'll be right back.
В Ульяновской области фиксируется тенденция постепенного снижения заболеваемости. В начале декабря на амбулаторном лечении находилось 7500 человек, на стационарном – 1500 пациентов. В медучреждениях есть необходимый запас лекарств, кислорода и койко-мест для стационарных больных. Среднесуточное количество тестирований увеличено до 300 на 100 тысяч населения. После ремонта начала работу ПЦР-лаборатория в городской клинической больнице Святого Апостола Андрея Первозванного. Всего в регионе исследования ПЦР-тестов проводят 8 лабораторий. Прогноз погоды представляет сеть флористических магазинов «Нимфа». По данным сайта Гисметео, 21 декабря в Ульяновске пасмурно. Температура воздуха по области ночью минус 3, минус 7, днем 8-12, ниже 0. В городе температура воздуха ночью от 4 до 6 мороза, днем минус 9, минус 11. Ветер преимущественно юго-западный 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Флористический салон «Нимфа-73» представляет яркие и неповторимые новогодние ели, эксклюзивные елочные игрушки, авторские композиции ручной работы, а также оригинальные люстры для любителей изысканности и шарма. Подарите себе волшебство. «Нимфа-73» 44-45-45. Майкл Джексон танцует на фоне дома Гончарова. И такое возможно в областном центре, когда за дело берутся художники. Преображение общественных пространств началось с 5 трамвайных павильонов на улице Ленина. Именно здесь разместили репродукции картин ульяновского художника Алексея Саперова в стиле нео-поп-арт. В работе автор использует технику акриловой краски и части масляной живописи. В основном пишет известных героев из поп-культуры, зарубежных персонажей из фильмов, музыкантов и политических деятелей. Ну, кстати, картины Саперова тут не навсегда. Это эксперимент, который будет дорабатываться. Через какое-то время на остановках появятся работы других художников, каких зависит от нас с вами. Свои пожелания и предложения можно сообщить по номеру приемной администрации Ульяновска. Да, ну а мы передаем слово Ярославу Щедрову. Он подготовил очередной выпуск новостей культуры. В Ульяновске экспонируется новая выставка «Империя и ее императоры». На выставке представлены полсотни произведений русской живописи. Все выставленные работы из запасников областного художественного музея, экспозиция в Ульяновском художественном стала кодой декады отечественной истории в России. Название выставки может ввести в заблуждение, ведь, собственно, портретов российских императоров здесь не более 10%. Но, когда речь идет об истории огромной страны, первым лицом может стать любой, кто оставил значимый след, будь он землепашец или революционер. Выставка продлится до 14 февраля. 2021 год – это год как раз 300-летия Российской империи, поскольку вся выставка напрямую связана с историей государства российского. Мы все-таки хотели, чтобы у зрителей осталось ощущение самого времени, эпохи, событий, которыми та или иная эпоха знаменуется. Но это невозможно представить без людей, которые участвовали в этих событиях, и без того, как то или иное событие отразилось в картинах. И поэтому здесь вот наряду с рядом императорских портретов можно видеть и известных сановников, да, которые играли какую-то роль в политике. Можно увидеть рядовых, ну, относительно рядовых людей того времени, которые вроде бы каждой своей частной судьбой тоже стали, ну, частью истории России. 18 декабря под аккомпанемент Ульяновского государственного оркестра русских народных инструментов программу «Очарование романса» представил известный российский оперный и эстрадный певец, участник самого первого выпуска популярного телепроекта «Голос» Евгений Кунгуров. А специально для нашей рубрики он открывает цикл предновогодних бесед и поздравлений. Что необходимо Евгению Кунгурову в первую очередь, чтобы создалось новогоднее настроение? С самого утра начать думать обо всем со стороны плюса. Научиться быть счастливым сегодня, научиться получать удовольствие от тех испытаний, радости, несчастья, наоборот, удач, счастья, любви. Все, что вот на сегодня тебе идет, все идет так, как должно быть. И научиться все воспринимать со знаком плюс, тогда будет жить легче. А что в обычной жизни поднимает настроение Евгения Кунгурова, если оно вообще не к черту?
мой дом, моя крепость, моя семья, моя любимая супруга Риша и мой сыночек Иван. Ну, потому что он, его как раз и не интересует мое настроение. Он всегда хочет играть, он всегда весел. И мне приходится, ну, над собой поработать. А потом проходит, как, знаете, полчаса проходит, и начинаешь понимать, что так должно было быть. Надо было быть сегодня веселым или по крайней мере, в приподнятом настроении более боевом. Потому что дети это очень сильно чувствуют. И у меня дома на локомотивом являюсь я. Я имею в виду неким таким, знаете, атомным реактором. Поэтому если я на таком неком провале, то и вся семья начинает что-то грусти, там где-то Ваня начинает где-то копошиться. Поэтому я всегда беру себя в руки и какой-то заряд даю людям. Евгений не раз принимал участие в различных телешоу с музыкой, связанных априори. От «Кто хочет стать миллионером» и «Модного приговора» до «Уральских пельменей» и «Один в один». Нужно иметь какое-то особенное чувство юмора, чтобы участвовать в таких проектах? Я думаю, что да. Надо скорее научиться легче все воспринимать, потому что шоу требует, вот как ни странно, тоже приучает тебя радоваться, несмотря на тот багаж проблем, который есть у каждого человека. Потому что ты идешь в кадр, и люди не очень любят видеть тебя грустным, потому что в жизни хватает грусти. И вот приучить себя улыбаться и радоваться всему, что происходит. И шоу отчасти для этого. Некое такое, знаете, умение преодолеть свои какие-то вот нехорошие настроения там, или неудачи. Il nostro amore li amo io e te, nessuno sa la verità, neppure il cielo che ci guarda da lassù. Для профессионального исполнителя лучшая музыка – это тишина? Или в новогоднюю ночь в доме Евгения Кунгурова будет звучать музыка, будут петь песни, если да, то какие? У меня обычно в Новый год тишина, да. В сам Новый год уже сыночек, если встречает Новый год, ложится спать, и мы с супругой вдвоем, укутавшись пледом, можем поставить какой-то фильм, просто уже выключить телевизор, не надо в час ночи смотреть фильм, и достаточно рано ложимся спать, может, уже часа в три, там, полтретьего мы уже спим. И, конечно, вот это самое, для меня самое лучшее счастье Нового года, когда в комнате сопит ребенок, в мягких игрушках, а рядом жена. К вам на улице подходит Дед Мороз и говорит, что он настоящий. Что он должен сделать или сказать, чтобы вы поверили? Да ничего не надо, я ему и так поверю, что он настоящий. Просто обнимет меня и поздравит с Новым годом. И уткнется своим холодным красным носом мне в щеку и скажет, поцелует, скажет, с Новым годом, братское сердце. Всем желаю, всем ульяновцам, дорогие друзья, с наступающим Новым годом вас. Это, наверное, вот для меня кредо жизни – научиться быть счастливым сегодня. Я вам этого желаю, потому что жизнь идет. Мы все время будем счастливы когда-то завтра, когда купим машину, когда купим квартиру, когда там еще что-то. Давайте все, я в том числе, будем учиться быть счастливыми сегодня. Пусть все ваши мечты в Новом году обязательно сбудутся, чтобы ваша улыбка на вашем лице всегда была открытой и вы сияли от счастья. Андрей, признайся, без чего не обойдется твой новогодний стол? Ну, есть какая-то любимая закуска? Или вот только салат горячий? Или что тут, какие-то бутербродики? Ну, слушай, традиции. У меня останется в любом случае оливье, и никуда не денется со стола новогоднего. А если закуска бутерброд с икрой самый любимый, или со шпротами? Или со шпротами. У меня вкус детства. Да? Я вот так вот верный человек, не изменяю. А я тебе сейчас шокирую тогда. Россиян предупредили об опасности популярной новогодней закуски. Шпроты являются очень вредным продуктом и могут даже оказать влияние на генные клетки. Ну да, действительно, многие думают, что шпроты – это такой вид рыбы. На самом деле, под этим словом, вы получаете обычную каспийскую тюльку, салаку, молоть, сельди и другую мелкую рыбу. Это продукт копчения, сочетание термообработки продукта и обработки его древесным дымом. А что это значит? А это значит очень вредно, заявили эксперты. Ну и они продолжили. Шпроты могут содержать бензопирен, один из самых опасных канцерогенов, который может накапливаться в организме, оказывая негативное воздействие на геном клетки. При условии, что пользы в шпротах очень мало, так еще и у них очень высокая калорийность – 363 килокалории на 100 граммов. При этом жиров 32, а белков 17,5, практически, отметил специалист. Да, ну и кроме того, они содержат добавочную соль. Современный человек употребляет слишком много соли, и врачи установили, что суточная потребность в этой самой соли – 5 граммов. Одна чайная ложка.
Все, что больше, вредно и может привести к печальным последствиям, заключили нутрициологи. Ну, поняла. Такая закуска вредна. Но а вот что действительно полезно, так это наша рубрика «Стиль», потому что она помогает нам и нашим телезрителям готовиться ко встрече Нового года и создавать маленькие шедевры своими руками. Добрый день, уважаемые телезрители! С вами в студии Анна, это рубрика «Стиль». Сегодня мы с вами будем делать вот такой вот рождественский веночек. Итак, что нам потребуется? Это непосредственно основа для венка. Это наш декор. У меня это игрушки, шишки, хлопок и сухоцветы. И, конечно же, наша бечевка. И для прокраса нам потребуется акриловая краска белая с кисточкой. Изначально необходимо на основу укрепить самые крупные элементы. Прежде чем наносить клей, примерьте ваши элементы, как они будут смотреться. Вот теперь нужно подождать. Так как декор у нас крупный, клей необходимо наносить чуть больше. Далее подбираем мелкий декор. Приклеиваем прям вплотную, чтобы у нас не было. Итак, мы с вами закрепили оставшийся декор, подкрасили наш венок обычной акриловой белой краской, подкрасили наши шишки. Вот что у нас в итоге с вами получилось. Далее необходимо из джута сделать петельку, просто ее подвязываем через венок и уже подвешиваем на удобное вам место. Мне нравится, когда такие веночки располагаются на двери, может быть, где-то в кухонной зоне, на фартуке. Ну, все зависит от вашего настроения, от вашей фантазии. С вами была Анна, это была рубрика «Стиль». Увидимся с вами в следующей передаче. И мы продолжаем в Ульяновской области. Вот уже 5 лет благоустраивают дворы, парки, скверы благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». И вот одним из первых пилотных проектов был наш любимый, парк. Я думаю, всеми любимый парк в Заволжье. Предлагаю о нем сегодня поговорить. Какие изменения с 2018 года там произошли? Парк Прибрежный. Да, наш гость сегодня Юрий Викторович Мухин, директор парка Прибрежный, собственно говоря. Юрий Викторович, доброе утро. Доброе утро. Ну вот с 2018 года работаете над ним, создаете его. Вот он прям действительно хорошеет, растет на наших глазах, вырос, ну, стал таким действительно в Заволжье самым популярным. Я думаю, что, признаюсь честно, и с этой стороны мы с удовольствием туда приезжаем. Да, какие изменения? Ну, сейчас в парке Прибрежном прошли масштабные изменения. С 2018 года, с момента голосования президента Российской Федерации, как раз шло параллельно голосование по программе «Комфортная городская среда». И парк Прибрежный, благодаря жителям, они в нас поверили, занял первое место. И мы, конечно же, приступили к реализации этой программы. Сейчас мы видим, парк полностью преобразился. Конечно, работа еще предстоит много сделать, потому что мы сейчас занимаемся полностью инфраструктурой. А в дальнейшем мы планируем уже приступить к озеленению территории, хотя мы понимаем, она у нас экологически чистая, там лес, благодаря как раз вот программе «Комфортная городская среда», национальным проектам, программ благоустройства, которые работают в городе, в области, мы все вместе сохранили эту зеленую территорию, добавили туда аттракционов, добавили спортивных площадок, детских спортивных площадок, детских площадок с травмобезопасным покрытием. Они совершенно бесплатные, можно приходить, посещать, гулять.
гулять можно на территории парка. И, скажем так, получился парк для всех категорий жителей возрастных. Ну, там без малого инновационные аттракционы, вот эти вот и покрытия, все ведь начиналось все очень серьезно. Да. Впервые все появлялось именно в Прибрежке, как говорится, да? Только потом я начала замечать, что такое покрытие стало появляться во дворах. То есть вас стали брать пример, да, может? Да, да, то есть... Да, это действительно так, потому что все проекты, которые мы реализовали на территории парка Прибрежный, мы сначала согласовывали с жителями. С жителями Заволжского района, с жителями города. И та презентация, те картинки, которые мы им предлагали, они выбирали из них лучшие. И как раз потом, благодаря добросовестным подрядчикам, у нас получалось то, что на картинках, уже вживую. И после этого люди поверили, уже начали относиться к вот этой программе уже по-другому. Они уже поверили, и сейчас мы видим уже не только парк Прибрежный, а практически много скверов уже благодаря этой программе мы благоустроили. Скажем так, администрация ведет работу, мы же тоже понимаем, что мало того, что сквер подвергается благоустройству, реконструкцию установят лавочки, но мы понимаем, что кто-то должен за этим в дальнейшем следить. Ну, конечно. И в городе создаются такие структуры, которые сейчас занимаются обслуживанием этих территорий. Mm. Потому что мало того, что сделать, это надо обслуживать. Вот сейчас у нас все это работает в тандеме, то есть благоустройство по программе «Комфортная городская среда» и в дальнейшем обслуживание. То есть наверняка это и системы освещения, и видеонаблюдение, да, в помощи? Да, да, конечно. В парке установлено и видеонаблюдение, освещение, угу, современные широкие дорожки, чтобы можно было разойтись. Экотропы – это где занимаются жители в возрасте скандинавской ходьбой. Да. То есть и на велосипедах также. Сейчас вот мы, допустим, подготавливаем уже парк к новогодним праздникам. Да, хотел бы как раз, пользуясь случаем, пригласить всех. 18 числа у нас традиционное открытие елок в парках города. Вот запланированные мероприятия. Ну и, соответственно, тоже в Прибрежке запланированные мероприятия. А вот отзыв, Юрий Викторович, отклики от жителей. Вот они голосовали, тоже принимали решения. Вот они реализовались. Вот оно благоустройство. Как-то видите эти отклики, слышите их? Как реагируют? Ну, наверное, посещение, жители. Действительно. Люди с огромным удовольствием. Ну да, количество посещений в парке, конечно, с каждым годом прибавляется, потому что у нас и аттракционов с каждым годом прибавляется. Вот буквально на следующий год к открытию парковых сезонов, 1 мая, у нас появится 6 новых аттракционов. Сейчас как раз идет уже монтаж этих аттракционов, готовятся площадки. Соответственно, сейчас, скажем так, мы ушли в цифру, скажем так, и у нас есть странички в соцсетях. Угу. Также у меня своя личная страничка в соцсетях. Я выставляю то, что мы будем реализовывать, потом то, что получилось, всякие инновации, которые там происходят. И жители видят это и пишут в своих комментариях. Очень большое количество просмотров, соответственно, комментарии положительные. Есть, конечно, комментарии отрицательные, мы стараемся быстро на них реагировать. Да. Угу. И, скажем так, опять же, благодаря вот соцсетям, странички, допустим, там ВКонтакте и в других сетях, нам пишут пожелания, которые хотели бы видеть жители в этом парке. И мы, опять же, тоже реагируем, вставляем их в наш план мероприятий, в план благоустройства. И, опять же, благодаря вот этим, скажем так, инновациям, которые жители предлагают, мы, опять же, для них реализуем, и получается наш такой, скажем так, народный востребованный парк. Вот, говоря о пятилетней такой действительно глобальной работе по благоустройству и парков, и скверов, действительно инициатива идет от жителей, находит такой вот отклик. Парки, скверы потрясающе преобразуются. Ну, ходить туда сейчас одно удовольствие. Заметили ли вы, что меняется и отношение людей к этим паркам? Ведь, повышается раньше, культура, да? Ведь раньше можно было, и я, будучи студенткой, помню, как мы приходили в парки и убирались. И я думала, ну как же так можно? Вот ты поел и упаковку от мороженого бросил мимо урны. Сейчас люди стали ответственнее относиться к тому, что, чего добились, ведь сами добились такой красоты. Вот как вы думаете, заметен этот прогресс? Я бы даже сказал, он более чем заметен, потому что, вот, опять же, вернемся в 2018 год, когда мы начинали реализовывать эту программу, мы понимали, что служб, которые обслуживают парк, не хватало. И благодаря, опять же, жителям, благодаря общественным организациям патриотической направленности, там и Союз десантников, Боевое братство,
и «Медведь», и всевозможные другие организации, угу. они откликались и приходили, и просто проводили субботники. То есть люди уже поверили, заинтересовались этим проектом. Что можно картину да, изменить. Да, да. И уже сейчас они, участвуя во всех этих проектах, скажем так, по благоустройству парка, уже относятся как к своему. Угу. И просто, мне кажется, уже нет таких жителей там Заволжского района, города Ульяновск, которые не побывали в Прибрежке. И просто приходят отдыхать, просто приходят погулять. То есть мамочки с колясками приходят просто в обеденный перерыв, там дети на свежем воздухе спят. Опять же, вот в связи с пандемией, с карантином, да, все организации были закрыты. У нас парк, лес на свежем воздухе, вышел, погулял. Конечно же, мы соблюдаем все правила меры безопасности. Mm-hmm. Да, то есть проводим дезинфекцию, скопление. То есть, опять же, парк создавался для всех категорий граждан и для граждан малоограниченных, скажем так, подвижностью. Угу. Мы собирались вместе с их общественной организацией, проходили все маршруты, чтобы парк был для них доступен. А вот, Юрий Викторович, благодаря той же цифре вы наверняка видите, как развиваются ситуации в других парках города. А как-то вот отслеживаете эту самую ситуацию? Как-то реагируете на ее? Там, мониторите ситуацию? Ну, да, там появился такой аттракцион, да. Да, так, присматриваетесь, прислушиваетесь, меняетесь тоже благодаря этому. Конечно, мы смотрим, мы общаемся, все директора парков. Угу. Есть дирекция парков на территории города Ульяновска. Конечно же, хотим, чтобы каждый парк он был индивидуален и не повторялось, чтобы в одном парке такой аттракцион стоит, в другом такой. Ну, конечно же, общение есть, и благодаря, скажем, такому общению мы развиваемся в каждом в своем направлении. А вот конструктор, парк механика, все-таки как часть Прибрежки, тоже преобразовался в этом году благодаря нацпроекту. Вот что, какие там изменения? Ну, здесь же опять в 90-х годах на этой территории проходили гонки на выживание, мотокроссы. У нас в Ульяновске появилась мощная общественная организация, опять же, так, мотоклуб «Ночные волки», который вдохнул в эту территорию, скажем так, вторую жизнь. Mm-hmm. Опять же, разработали проект развития этой территории благодаря программе «Комфортная городская среда». Мы уже были на ходу, мы уже понимали, что делаем. В первую очередь мы занялись инфраструктурой, то есть подвели водоснабжение, электричество, освещение, сделали смотровые площадки, площадки для отдыха, организовали охрану, уборку, сделали спуск, уже установили сцену. Конечно же, там проводим уже мотокроссы, но в связи с пандемией ограниченное количество посетителей. Но, тем не менее, эта территория, опять же, ожила. Сейчас можно туда прийти и, скажем так, просто даже приятно отдохнуть, потому что это из свалки превратилось в шикарную территорию. И, опять же, благодаря вот этим программам, благодаря администрации города, мы сохранили зеленую часть этой территории. Mm-hmm. То есть там тоже есть лесок, где можно просто посидеть на лавочках, подышать свежим воздухом. Технопарк технопарком, но, да, зеленая зона, конечно. Это, конечно же, да. Это пропадать не должна. И тень, да, и, скажем так, экология. Ну да, наследие. Ну, скоро Новый год. Как парк приближенно готовится ко встрече? Чем будете удивлять и радовать жителей? Здесь скажу честно, мы уже начали подготовку где-то за месяц до данного мероприятия. Все, конечно же, держалось в секрете. Угу. Сейчас мы уже включаем огни, приглашаем жителей на вечерние посещения нашего парка. Ну и не только парк Прибрежный. Мы видим, что преображается к Новому году и все территории общественных пространств. И город уже сам украшается. Сегодня вот как раз в парке у нас устанавливаются ледяные фигуры. Лед привезли из Тюмени. Как раз из них будут вырезаться, скажем, такие фигурки. Будут прекрасные фотозоны. Мы вчера уже добавили тоже топиарную фигуру. То есть это олени с санями, то есть с подарочками красивыми. Погода не испортит планы? Новогодние фигуры выдержат? Я думаю, здесь никаких у нас рисков нет. Нет. При любой погоде мы понимаем, что праздник состоится. Открытие елки будет, и за счет администрации города, за счет наших коллективов и спонсорской помощи мы организуем хороший праздник. А вот ледяные фигурки меня заинтересовало. У нас много мастеров ульяновских? Или все-таки тоже приглашенные, как и лед, привезли? Это уже, скажем так, бизнес вкладывается в развитие наших территорий. Это арендаторы, которые находятся на территории парка, предоставляют свои услуги, скажем так, и они у нас традиционно ежегодно устанавливают эти фигурки. Вот в том году, к сожалению, у нас из-за пандемии парки были закрыты, этого не было. Сейчас мы эту традицию возрождаем.
Здорово, здорово. Значит, как с 31 на 1 как будет работать парк? Всех ждут? С 31 на 1 традиционно парк открыт. Будет обязательно организовано музыкальное, там, скажем так, сопровождение. Обязательно будет организована программа на территории парка. Все будет безопасно. То есть у нас уже традиционно сотрудники полиции на выходных работают, у нас народная дружина работает на территории парка. Опять же, повторюсь, видеонаблюдение, охрана круглосуточно организована и, скажем так... И Дед Мороз и Снегурочка будут. Обязательно Дед Мороз и Снегурочка. Это неотлагаемая часть нашего парка. Отлично. Спасибо вам огромное. Значит, приглашаем жителей Заволжья с удовольствием встречать Новый год, в том числе и в парке. Ну, во всяком случае, после встречи Нового года можно отправиться на дискотеку, которая там обязательно будет. Легко, Юрий Викторович. С наступающим. Спасибо. Дальнейших успехов вам и парку Прибрежный в том числе. Пользуясь случаем, конечно, хотел бы тоже поздравить всех с наступающим Новым годом. И не только жителей Заволжского района пригласить в парк, а всех жителей города, Ульяновской области и всех гостей, которые приедут к нам. Ну точно, новогодние каникулы 10-дневные. Да. За это время абсолютно точно найдем время приехать и даже не раз. С огромным удовольствием. Спасибо за встречу. Друзья, напомним, что в гостях у нас сегодня был Мухин Юрий Викторович, директор парка Прибрежный. Ну, а мы двигаемся дальше. Незаметно, но крайне интересно и насыщенно пролетели 2 часа утреннего эфира. И мы можем перейти к нашей традиционно празднично-просветительской рубрике. Ну, конечно, праздники. Вот только напомню, что сегодня 21 декабря. В Штатах, кстати, отмечаются традиции, праздники, связанные с едой. Это день жареных креветок и день кивисек. А Израиль сегодня отмечает День учителя. Друзья, если пропустили программу или часть программы нашей, не беда, всегда можете зайти на наш сайт www.reporter73.tv и восполнить упущенное. Ну что ж, а это утро встречали вместе с вами мы. Мы, Екатерина Терещенко. И Андрей Сафронов. До новых встреч. Пока. Разговор. Увлекательные интервью с интересными гостями. Подробное обсуждение самых важных и острых тем. Каждый понедельник программа «Разговор» на телеканалах «Репортер 73» и ОТР. Удивительные знакомства в проекте «Работа». Еженедельно мы находим героев с уникальными историями в профессии и судьбе. Каждую пятницу на «Репортер 73» и на ОТР. «Будь здоров» – тележурнал о медицине, спорте и здоровом образе жизни. В наших выпусках расскажем о новых технологиях и методиках лечения, уникальных специалистах и достижениях региональной медицины. Максимально просто ответим на сложные вопросы. Каждый вторник программа «Будь здоров» на телеканалах «Репортер 73» и ОТР. «Утро с репортером» — это полезные и познавательные рубрики, энергичные и зажигательные ведущие, интересные и яркие гости в студии. Только позитивные темы. Спорт, здоровье, стиль, культура и саморазвитие. Ваше утро будет легким и бодрым. Смотрите нас на каналах «Репортер 73» и «ОТР».